В Люберецкой школе номер 9 прошел промежуточный этап соревнований «Олимпионик-2018» среди детей 9-10 лет. За право участвовать в финале спортивных состязаний боролись сборные команды из 4 учебных заведений. Подробности смотрите далее в сюжете. Перед тем, как выступить в промежуточном этапе соревнования, каждый из этих ребят прошел отборочный тур на базе своей школы. В итоге из самых лучших учеников 3-х и 4-х классов создали сборные команды. Это первое испытание на пути к участию в зональном этапе ежегодного спортивного состязания «Олимпионик». Веселые старты проходили по 5 дисциплинам. Первая эстафета была челнок, это с передачей эстафетной палочки. Следующая эстафета была прыжки на футбольном мяче. Дальше баскетболисты. Были посадка картофеля и комбинированная эстафета. Лучшая команда, которая потом, соответственно, занимает лучшее место, она едет на область защищать уже честь Люберецкого района на области. Самыми сильными, ловкими и выносливыми оказались ребята из 9-й школы. Теперь им предстоит участие в финале. Второе место досталось школе номер 59. Третье завоевала сборная команда из 17-й школы. Зональный этап соревнований «Олимпионик-2018» состоится 26 февраля в Люберецком ФОКе. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.